Бриллиант всегда возил с собой по пересылкам и колониям увесистую сумку. Нет, там находился неценный на зоне провиант или сигареты. Внутри котомки неизменно лежали книги русских классиков, столь почитаемых Бабушкиным. Владимир и сам их постоянно перечитывал и, не жадничая, давал ознакомиться скучающим сокамерникам, для которых основным развлечением служили разве что карточные игры.